А, ну подожди, может быть работать будет. Может быть работать? Да уж. А куда тебя выкинуло? Меня там дико... Я не знаю, она меня походу сейчас найдет. Так, ну может я задеспаунимся? Боже, я чуть себе горло не сорвала. Вот это было неожиданно. Блин, мне бы не хотелось вот в этих коридорах встретить ее. А ты встретишь, дорогой мой. Это же твой братик Митч. А, во. А я полезла туда, вот в дырку. Зачем? Как в фильме. Он вылез через эту дырку, кажется, тогда, да? Может быть. Помнишь? Ну ты молодец еще. Чего я молодец? Ну вот, да, лесенка. А, надо было наоборот. Так может быть нам надо все-таки... А тут есть стрелочки? Я хочу стрелочки. Где мои стрелочки? Вот она. Во! Хочу. О, да! Вау! Это шикарная карта, только вот эти глаза, они какие-то бледные, как будто бы кто-то стер. Там все-таки они были поярче нарисованы. И прикинь, сейчас бактерия такая. Да. Здравствуйте. Да. Не, давай я там заспауню. Она бежит, ты она бежит! Подожди, ты что, две их заспавнил? Их теперь две? Нет, я ту... Блин, какая крутая карта. Если бы тут еще дырки были в полу, помнишь, как они ходили по такому полу, как вафелька выглядел? Вафелька? А, ну так мы это и ищем. Ой, тут какой-то узкий проход. А в смысле? Это что такое было? Ой, блядь, она за мной идет. А, смотри, тут какая-то... А, ни хрена себе, это реально та локация. Слышишь? Вафельная? Ну, практически там я. Иди, короче, сюда. Смотри, помнишь, да, типа здесь... О! Здесь типа застраивали. Ты в тот дом, да, зашла? Да. Да-да-да, вот они. Он ли. Блин, какая шикарная карта, ну. Не, ну ты понимаешь? Сейчас все один в один. Ну это другие... Ну, разумеется. Это другие, это другой закули... Ну здесь чисто вот такая коридор и все. Очень классно. А что это? Нолики какие-то, блядь. И типа вот оттуда бежит. И куда он ушел? Ну вообще, типа, вот эта улица, да, вот это вообще уровень, не помню, как он называется, 10-й левел вроде. Капец, это так крипово, блять. Она долбится в стену просто. Здравствуйте, дорогие друзья! Ой-ой-ой, мужика заспавнила. Это музей птиц. Я приглашаю вас посмотреть на то, как птички спариваются между собой, размножаются. Да, Андрей, идем со мной, мой оператор. Дальше мы видим прекрасных уточек. Вы слышали этот звук? Только что-то упало где-то. Нет. Андрей? Да. Мне страшно. Ёптить. Блин, а какого фига ты не умер, а? А-а-а-а. Что за вертолет, нахуй? Ой. А, вот он. Что ты меня сканируешь, блядь? Блять! Иди отсюда.
Блин! Птицу убил, так можно теперь за людей, да? А его... А голубей его можно убью. Убить, кстати, нет? Не знаю, вряд ли. Я хочу против него армию. Ебать, он сносит просто всех.